Хорошо, а в «Башне смерти», где Елизавета и Мария, там тоже русская женщина у нас присутствует? Русская женщина или... нет. Ну, конечно, но при этом играют русские женщины. Там есть одна замечательная мысль у Болта, угу. которая, я думаю, по масштабу... Не хуже. Явление. Ага. Власть женщины над мужчинами – явление чудовищное, угу. противоестественное. Так. Вот если, ну, грубо, ага. да, вот про это, вот про это. Но не бояться угу. – это истина. Так. Истина. Потому что для нас самое трудное – добраться до истины. Угу. Потому что мы обязательно ловко подтасуем факты. А, угу. видите, он... А это истина. То, что говорит Болт, угу. это истина. Угу. И мы это все знаем. И вы знаете, и я знаю. Но боимся в этом признаться. Особенно если искусство. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».